Детский ансамбль классического танца «Алантос» детской хореографической школы города Кызыла стал обладателем гран-при международного детского юношеского конкурса фестиваля исполнителей классического танца «Балет Beautiful Art», происходящего в городе Санкт-Петербурге с 6 по 10 января этого года. 5 стран, 43 коллектива, более 300 участников, 15 часов конкурсных выступлений, 3 дня мастер-классов для детей. Классика, историко-бытовой, характерный, балетная гимнастика, репертуар, современный танец. Интенсив для педагогов по методике классического танца, уникальный курс по биомеханике. 12 лучших педагогов города, а также педагог из Италии и Израиля. Программа конкурса фестиваля была насыщенной.